Здорово всем. Продолжаем проходить игру. Я в прошлой катке все затарился, все купил. Можно идти. Я обычно в конце миссии затариваюсь. Точнее, не миссия, а в конце пройденного видео. Апгрейды делаю там. Хилки всякие покупаю. Настойки и так далее. Чё, погнали в бой. Погнали в бой. Так. Оба-на. Нифига себе, разрыватель какой-то. Ух ты, охренеть! Он еще и стены рушит. Обалдеть. Надо от него прям бегать. Бежим! Сейчас он рукой свой как даст только. Их он за мной бежит. Злой дядка, дядька. Так. И куда он полез? Ё-моё, а это кто такие? Оба! Не ожидал я вас, ребята, увидеть. Оба! Йо, бежим! Бежим, бежим! Хелп, 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 бежим быстрее! Кью! Охренеть, охренеть. Ко мне подключился Себастья, и мы сейчас вместе с ним попробуем одолеть босса. Ну ты идешь, Себастья? Себастьян убежит. Так, Себастьян вместе со мной тут. Их у вас тут бесконечное число. Как ты, зараза. Пулемет, фига себе, тут и пулемет есть. Если можно было пулеметы как-то активировать.
Так, отлично. Надо перезарядиться. Отлично, отличность. Все в порядке. Солнечный мандарин какая-то. Неплохо. Что-то я получил. Я даже слегка вспотел. Ключ еще какой-то получил. Так, смотрим. Так, еще раз. Так, это не то. Что-то дали. А чё, я так и не понял. Ага, в рюкзаке лежит, наверное, здесь. Да, вот солнечная мандолина. Ценный ресурс, который принадлежавший разрывателю, используется для создания мощного оружия. Отлично. Воюющий ключ при размещении на алтаре врат солнца создает достаточно сил, чтобы разрушить защитные кристаллы. Прикольно. И универсальный ключ, у меня еще блок 13 есть. Че, все, погнали. Не хватает места. Так, надо обойти. Бежим, бежим. Бегу. Не хватает места. Если что, ребят, когда босс будет проходить, здесь пулеметы там можно будет ставить. И в нижнем ярусе тоже, я так предполагаю. Погнали, вперед. Такс. Ага, чувачок меня покинул. Понял. Дальше я сам, окей. Надо прыгать вниз. Здесь ничего нет? Нет, ничего. Так. Я был вот здесь. Или я что-то не понимаю? Я, по-моему, точно не с центра заходил. Ладно, идем. Камушек.
Так, тут еще вот фишка есть вот с этими камнями. Надо плиты двигать. Одну подвинули. Вторую подвинули. Так, ага. Ух ты, зараза. Так, одну сюда, вторую. Вот видите, короче, надо сейчас... Во! Офигенно! Тайник открылся. Так, а что нас ждет здесь? В этом тайнике. Шлем пустоты, броня пустоты, поножны пустоты. Броня он 46, получаем урон, повышает от врагов повышает наносим урон в течение 20 секунд. Оденем. Тоже оденем. Все, отлично. Бродяга. О, оцинкованное железо появляется. Береги круто. Себя.
Да? Ну, давай глянем. Осквернитель. Радиоактивный град. Выпускает залп из 6 радиоактивных снарядов, которые рикошетят от объектов окружения и наносят 35 единиц урона. Прикольно, сейчас создадим ее. Все, закончили. Так, где он вот этот? Нет, спорострел. Что еще? Так, что-то я не понял. Что? Все, закончили. Странно, куда он делся. Дробовик, снайперская, спорацвет. И этот, который рикошетер, походу. Не тут. Ну ладно. Иди уже. Эй, бродяга. Что тебе нужно? Так, давай-ка. Урон поднимем у него. Вот это прокачаем. До встречи. Счастливо. Иди уже.